Бескорыстно помогать и делать общее дело. Савелий Майоров третий год занимается волонтерством. Сегодня он, как и многие другие участники конкурса «Гордость советского внутригородского района», присутствовал на торжественном награждении победителей конкурса. Савелий рассказывает, в конкурсе участвует в первый раз в номинации «Доброволец года». Вместе с товарищами он плел маскировочные сети для бойцов СВО, помогал организовывать различные мероприятия как в советском районе, так и по всему городу. Я очень рад, что существуют такие конкурсы, ведь люди соревнуются между собой по добрыми делами и делают их и помогают всему городу. Здесь много заряженных людей, и это помогает тебе как бы расти, делать больше добрых дел, чтобы доказать, что ты лучше. Конкурс «Гордость советского внутригородского района» проводится не в первый год. В нем принимают участие школьники, студенты, молодые специалисты и молодежные объединения. Показать себя претенденты на победу могут в одной из 8 номинаций: «Доброволец года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Студенческий лидер», «Интеллект года», «Молодой профессионал года», «Школьник года», «Молодежное объединение года». Во время конкурса, естественно, ребята показывают все свои таланты, раскрываются, и у нас есть возможность увидеть талантливую молодежь и поддержать ее. Победителям конкурса вручили цветы, дипломы и памятные подарки. Также для участников и жюри выступили творческие коллективы с музыкальными номерами. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.